Снегопады накрыли Японию. Синоптики утверждают, что таких сугробов в стране не было более 30 лет. Из-за рекордных снегопадов прервано движение поездов. В одном из районов упавшие на рельсы деревья на всю ночь заблокировали на путях электропоезд. Пассажиров пришлось эвакуировать с помощью автобусов. На дорогах гигантские пробки, коммунальные службы не справляются. В одном из таких заторов оказались более 1000 машин. Пробка растянулась на 10 километров. Водителям, оказавшимся в ловушке, раздают воду и продукты. По прогнозам, в ближайшие дни снегопад может еще усилиться.